Отметив день рождения своей годовалой дочери, изрядно выпившая жительница села Михайловка отправилась от своих знакомых к себе домой. После весело проведенного вечера женщина решила лечь спать. Только маленькая виновница торжества так и осталась замерзать в снегу. Этот день рождения маленькая девочка вряд ли вспомнит, но то, что родилась она, как говорится, в рубашке – факт. Соседки, составившие забывчивой мамаши компанию, рассказывают, замерзающего ребенка обнаружил отец, он же сожитель матери ребенка. Мужчина и вызвал скорую. Говорит так и так, что заморозила ребенка. Говорит, услышал писк. Услышал писк, мне же тоже вот рассказывали. Вышел, что говорит, он сам рассказывал. А она, говорит, она лежит на снегу, лицом голая, хотя она ушла отсюда с этим. Ну, в комбинезоне. Ну, как дитё маленькое, комбинезон вот такой вот. Дитё такое, не знаю, как она сама расстегнула эти. Да. В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение из больницы. Врач рассказал, что в приемный покой доставлена девочка в возрасте 1 года с обморожением конечностей и общим переохлаждением организма. По сообщению, на место происшествия выехала следственная оперативная группа отдела полиции. Карета скорой помощи доставила малышку сюда, в Михайловскую больницу. К слову, только 26 января ребенка выписали из детского отделения с диагнозом бронхит и острой нехваткой веса. Сейчас здоровью годовалой девочки уже ничего не угрожает. За ней пристально наблюдают местные врачи. На данный момент состояние ее стабилизировалось. Мы расцениваем как тяжелое, стабильное. Ну, состояние пальцев, кистей и стоп, в общем-то, улучшилось. Где-то трактуем как ожог, то есть отморожение второй степени. Владимир Иванов рассказывает, нерадивая мать годовалой дочки за последние 2 дня так и не пришла. Посещает малышку только ее отец. Он и встретил нас в дверях собственного дома в Михайловке. С его слов, горе-мамаша до сих пор не выходит из запоя. Я как бы с ним буду расходиться, потому что это не мать. Это не мать просто. Ребенка заберу, и если получится, то я уеду туда. Потому что у нас там есть все условия, житье там и тому подобное. Не мамаша она. Да даже вон и соседи все подтвердят. Она только сюда все закладывает. По данному факту против жительницы Михайловки возбуждено уголовное дело. Женщину, скорее всего, лишат родительских прав, а также возможной свободы сроком до 3 лет. Татьяна Меньшикова, Олег Буместрук, «Панорама».